матери некоторые пишут заявление, отказываются забрать ребенка из медицинского учреждения, но через некоторое время, через неделю, иногда через месяц, приходят в органы опеки и говорят: я отзываю свои заявления, причем мы уже ребенка предлагаем усыновителям, и здесь трагедия уже получается у будущих кандидатов усыновителей. Но у матери какой-то просыпается инстинкт, действительно, через какой-то промежуток времени. Может, повлияла подружка, может, повлияла бабушка, может, повлиял еще кто-то. Но эти матери меняют свое отношение. И это происходит уже систематически. То есть у нас в последнее вот время ежемесячно одна из матерей в месяц меняет свое решение.